НАТО отвергает обвинения со стороны России, которые упрекает альянс в политике расширения на восток. Сообщение размещено на сайте военного блока, что интересно, на русском языке. В Черном море находятся американские эсминцы и французское разведывательное судно. В Румынии идут учения, в которых принимают участие 4 истребителя F-16. На фоне этого руководство НАТО в сообщении указало, что альянс действует четко в рамках Североатлантического договора, а Кремль неправильно интерпретирует факты. Тему расширения НАТО накануне в очередной раз затронул глава МИДа Лавров. Стремление представить дело так, будто серьезные проблемы в отношениях России с США и Евросоюзом возникли лишь на фоне украинского кризиса, безосновательно. Достаточно вспомнить события минувших лет, включая ползучую экспансию НАТО, вопреки дававшимся заверениям, попытки введения санкционных списков под надуманными предлогами, да и развязанную в последнее время информационную кампанию против России.